выпустил будапештских высоколетных. Вот, вышел за Лубятни, вот делаю съемку. Сегодня 23 января, суббота. Вот так голуби летают, пошли. Вот два штуки не полетели, вот один уже, вот он. Вот сел, понизу, так, стайка, где? Вот она, стайка. Вот стайка летает. Уже в большем количестве, конечно. Вот, но вверху туманчик. Погода сырая у нас сегодня, плюс 1-2 градуса, наверное, где-то так вот. Вот. Вот как-то так. Вот носятся здесь понизу, как и предыдущие разы летали. По низу летают, носятся по одной особи, кто за кем, друг за дружкой. Вот, а стайка все-таки. Вот еще один садится, вот облетели, все, вот они начинают выпадать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, все, крыша вот со снега сошла, уже сюда больше садятся на крышу. Вот, на крышу уже больше, так, а стая где? Стая, вот она, стая в тумане. Ну что, попробуем, вижу я ее. Да, вот она, стайка. Вот такая уже стайка летает. Ну, туман, как я говорю. Самое главное, чтобы сейчас не появился эти теревятники, не задрал их в туман, которые не могут пройти насквозь. Тогда будет плохо. Вот. Вот, внизу вот они. Остались еще тут образцы. Вот носятся. Вот. Вот один летит тут. Чешет, как говорится, блин. Рядышком еще один. Вот. Играются даже. Даже еще и играются. Вот, а стайка выше. Стайка в тумане. Блин, я теряю их на экране. Так-то вижу. На экране теряются. Вот они. Вот. Последний раз, по-моему, летало в стае 17 штучек. Ну, сейчас сколько? Я посчитаю, когда уже буду выкладывать это в YouTube. Тогда я увижу, сколько их. Вот такие они красавчики. Оп. Те, которые не полетели, два, вот один, видите, один сюда. Беленький познушок. Сейчас я сниму, вот он. Чисто белая голоножка. Вот. И вот он. Вот они. Будапешты мои. Белый стрижонок тоже лупит. Вот парочка. Вот они. Ну все, выключаемся.